Привет всем из солнечной Алании! Добро пожаловать на мой канал! Подписывайтесь на мой канал и смотрите много интересных видео о Турции, путешествиях, жизни в Турции, об интересных людях и событиях. Сегодня я решила снять видео о косметике. Почему? Потому что буквально на днях на YouTube я наткнулась на видео одной блогерши, которая переезжала из одной квартиры в другую, и когда она паковала вещи, у нее образовалось целых 3 коробки косметики. Представляете, целая коробка помады, коробка с тушью, с пудрой, с какими-то кремами и так далее. То есть 3 коробки, она паковала все это дело целый день, устала, и тогда я подумала, какая же я счастливая, потому что у меня косметики по сравнению с ней вообще нет. Вот вы видите, здесь у меня находится все, что у меня есть. И я думаю, что я единственная в мире, у кого так мало косметики. Вы можете сказать: о, очередное видео о косметике, сколько можно, надоели эти косметички. Но, друзья, своим видео я хочу сделать посыл о том, что человеку не нужно много, чтобы быть счастливым. Человеку самое главное, нужно быть здоровым и не окружать себя кучей вещей. До Турции я очень долго жила в Норвегии, и как раз там у меня было очень много вещей, косметики, обуви, всего-всего. И когда я решила переехать из Норвегии, то я не знала, куда девать все эти вещи. Поэтому, когда я приехала в Турцию, я сама себе сказала, что вещами обрастать я больше не буду и не хочу этого делать. И в Турции я живу уже 7 лет, с 2010 года, и, поверьте мне, вещами я не обрастаю, и несчастнее от этого я не стала. Ну, давайте перейдем к косметике. Косметики у меня очень мало. Во-первых, это обусловлено 3 причинами. Первое. Регион, в котором мы живем. Мы живем в Алании, и в Алании большую часть года очень жарко, поэтому единственным важным косметическим средством, который должен быть в косметичке, это, конечно же, солнцезащитный крем. У меня это номер 50, и им я пользуюсь круглый год. Ну, может быть, в январе, в феврале, когда идет дождь и когда нет солнца, тогда я им не пользуюсь, но это единственное средство, которым я пользуюсь практически каждый день, ну, кроме зимних месяцев. Вторая причина, почему у меня так мало косметики. Я не люблю краситься. Ну, не люблю краситься. У меня даже нет тонального крема. Есть, конечно, BB-крем, но тонального крема у меня нет. Но это еще обусловлено тем, что у меня очень светлая кожа, поэтому подобрать какой-то тональный крем очень сложно. Ну и, в принципе, нет никакой необходимости. И третья причина, почему у меня так мало косметики, потому что я не хочу заморачиваться каждый день и думать, какой же мне тушью накрасить глаза сегодня, какой сделать макияж и так далее. Я купила себе, выбрала себе все самые основные средства, которые мне очень нравятся и которые мне необходимы. И использую эти средства, я трачу минимальное количество времени каждый день. Летом я не крашусь практически никогда, а пользуюсь только вот этим вот солнцезащитным кремом. Ну, давайте посмотрим, что у меня есть и какими средствами я пользуюсь. Ну, естественно, в первую очередь это крем, дневной и ночной крем израильской фирмы Карт с витамином С, который мне посоветовал мой косметолог. Очень хорошая вещь. И зимой, и летом им можно пользоваться. Увлажняющий крем. Очень, очень хороший крем, мне очень нравится. Мыло для Умывание, гранатовое мыло. Очень тоже хорошее средство той же самой фирмы Карт израильской. Тоже совет моего косметолога. Есть у меня основа под макияж. Ей я пользуюсь только тогда, когда мы ходим на какие-то мероприятия, какие-то важные события, свадьбы, дни рождения, презентации и так далее. Также BB-крем фирмы L'Oreal Skin Perfection. Мне очень нравится эта серия. Пользуюсь тоже не так часто. Ну и из этой серии мицеллярная вода. Если говорить о тональном креме, у меня его нет, им я не пользуюсь. Пользуюсь пудрой, светлыми и темными тенями. У меня всего их 2 тона. И иногда румянами, то есть румяна розовенькие такие у меня румяна. Естественно, у меня есть консилер, тушь и кисточки всякие разные, кисточки и блески для губ. Помады у меня нет, помады я вообще не пользуюсь. Вот я купила такую себе пигментную штучку. Я не знаю, даже это помада или блеск, но это не блеск. Ну, пигмент, в общем, для губ. Есть у меня 3 тона блеска для губ. Такой розовенький, немножко персиковый и с таким темным красноватым оттенком. Вот это единственное, чем я пользуюсь. Каждый день, конечно, я не пользуюсь ни BB-кремом, ни какими-то основами под макияж, потому что это все очень-очень тяжело для кожи. Поэтому, друзья, самое главное, тот вывод, к которому я пришла, самый главный вывод, это не важно, сколько у вас есть косметики, а важно, здорова ваша кожа или нет. Если ваша кожа здорова, то много косметики вам и не понадобится. То есть, что нужно делать? Нужно ухаживать за своей кожей хорошими натуральными средствами, и тогда коробки косметики вам не понадобятся. Если говорить про лак, то у меня тоже лак есть одного цвета, темно-бордовый, и хочу вам показать натуральные средства, которыми я также пользуюсь. Каждый день я пользуюсь розовой водой как тоник, очень-очень полезная, очень хорошая вещь. Водой Мирта. Также у меня была лавандовая вода, но она закончилась. Есть у меня вот такие натуральные масла. Масло тимьяна, апельсина, масло зверобоя. Ну и, естественно, натуральное оливковое масло. Поэтому, когда вы выбираете средства по уходу за кожей, старайтесь выбирать натуральные средства, а не средства, которые содержат очень много силикона. Натуральные средства стоят не так дорого, как это может казаться, но они полезнее для кожи. Ну, например, баночка розовой воды, вот эта вот баночка 100 мл, хватает ее очень надолго, она стоит всего 10 лир. А если вы купите большую баночку 250 мл, она стоит всего 250 лир. Масла, например, есть за 15 лир, есть вот масло зверобоя, по-моему, 40 лир оно стоит. Ну вот видите, тут достаточно большая баночка, 100 мл. Поэтому, друзья, что я хочу вам сказать. Не только мужчины, но и женщины. Еще раз скажу, что самое главное то, как выглядит ваша кожа, здорова ли ваша кожа. И если ваша кожа здорова, а кожа будет здоровой, когда вы будете пользоваться натуральными косметическими средствами, то вам не понадобится куча косметики. Вы не захотите ей пользоваться, потому что ваша кожа будет вас удовлетворять в том виде, в котором она есть. Поэтому желаю вам интересных экспериментов с натуральной косметикой. Покупайте, пробуйте. А также не захламляйте свою жизнь ненужными помадами, тенями, тушами, какими-то баночками, бутылечками и так далее. И тогда у вас появится больше времени на какие-то другие интересные вещи, на путешествия, не только времени, кстати, но и денег на какие-то другие интересные вещи, на путешествия, поездки, на покупку каких-то интересных новых гаджетов и так далее. Ну, все зависит от того, чем вы занимаетесь. Если мое видео было вам полезно, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, пишите ваши советы, если вы пользуетесь натуральной косметикой, и какой натуральной косметикой вы пользуетесь, пишите в комментариях. Я думаю, что будет интересно не только мне, но и всем, кто будет смотреть это видео. А сейчас я желаю вам всего хорошего, здоровой и красивой кожи, и встретимся в других видео. Всем пока-пока!